предложили жену покатать. Давай. Мы не поместимся в одну машину. Где моя нычка? Где моя нычка? Я спрятал бакс и забыл, где моя нычка, где? Боже, сама элегантность. Как мы ходим от бедра. Ой, боже мой, модель. Ноги и так лысые, там уже депилировать нечего. Он все выщипывает и выщипывает. Ну что, очередное утро на острове Лады. Вчера видео рано закончил, потому что еще немножечко мы поотрывались. Вот, смотрите, лежит знак. Это от катера, по-моему, от прицепа. В общем, нам предложили покататься. Хозяйка квадроцикла предложила покатать мою жену. Ну, в общем, еле ее уговорил. Потом ее супруг покатал еще и меня. Сейчас вставлю видео, как это было. В общем, вернулся я оттуда мокрый до трусов. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you. Мы не поместимся в одну машину. Предложили жену покатать. Давай. Орёт как белуга. Ну как, Светка? Не родила еще, нет? Светка, живая, нет? Все нормально? Сердце где? Здесь. У горла уже? Ну давай, выползи. О, как они едут! Да, аккуратненько. А вот старайся его немножко. Покатать. Адреналина. Класс. Утро на острове Лады начинается вот так. Здесь такой лагерь детский. Прям спортивный остров. Все отрываются, все занимаются спортом. Один я просто брожу и болтаю. Доброе утро. Ну что, ловится что-нибудь тут? И что за дичь? Сейчас я уберу удочку. Не-не-не, а что ловится? Подлещик, лещик, плотва. Короче, рыба есть, да? А щука? Вон там садок, да. Ух ты. Но я ее не ловлю, вчера ловил. Ну так прилично. Это со вчерашнего дня, наверное, уже вся всплыла, да? Нет, это с самого утра. Серьезно? Да. Это за сегодня, да? Да. Круто. Ну тут не только на уху, тут еще и на пообедать будет. Это курортник или помощник? Помощник. Помощник. Самый главный рыбак. Да, без него бы не клюнуло. Ну что, у нас выселение в 11 часов. Решили сделать последний заплыв. И немножко меня тут улыбнуло. Ничего не напоминает, как в Турции и Египте народ уже застолбил себе шезлонги и пошел заниматься своими делами. Хотя я не видел, чтобы здесь прям ажиотаж был с шезлонгами. Ну, мы тут буквально окунуться, я, честно говоря, вообще не валяюсь, а просто болтых и плаваю. Ну что, последний заплыв. Ну, может, не последний, может, еще нырну разок-другой. Но последний день так точно. Водичка бодрящая, щадящая. Хорошо. Блин, это ж неделю холодрыга была, вода немножко подостыла, так, поэтому как-то так. Отлично.
Короче, купаешься, и такая идеальная тишина. Такой санаторий для пенсионеров. Просто гробовая тишина. Сейчас 9 часов, народ то ли спит, то ли не знаю. Потому что вечером нормально так тусят. Шумненько достаточно. Сейчас вообще тишина гробовая. И сейчас еще пойдем на тот наш любимый пляж. И все-таки на второй пляж этот больше зашел. Конечно, пляжик здесь огонь. Мы не могли еще раз его не посетить напоследок. Природка. Ой, мне вот эти вот шезлонги нравятся в воде. Вот, вообще интересно придумано. Вон раз, и второй там стоит. Вот этот в воде вообще огонь. Что, и здесь еще последний заплывчик. И загорание вот на этом шезлонге. Вот это самое зачетное место. И вот так будем. Сегодня еще до завтрака у нас есть время. Ну, в принципе, после завтрака выселяемся и можем еще тут поваляться. Ну, будем смотреть. Но вообще уже пора. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this... Ну что, очередной, точнее последний наш завтрак. Вот яичница глазуни. Я ее даже пробовать на камеру не буду, нет смысла. Яичница, она и в Африке яичница. Масло, сыр, бананчик. Единственное, вот это вот я бы попробовал. Ну так пробуй. И кашку. Давай, давай попробуем, да. Да, мне интересно, запеканку как бы не каждый умеет делать вкусно, поэтому. Ну а яичницу, наверное, уже любой умеет. Запеканка бомба. Кстати, вкусно. Реально. Вкусно. Про кашу я ничего. Даже и пробовать ее не буду. Ну попробуй, как-то так. Какой вкус она. Ну давай попробуем. Домашняя, может. По-домашнему. Нет, не моя. Это не мое. Все. Ну, завтрак как? Ну, нормально. Завтрак и завтрак. Ну что, идем на выселение. В общем, врубили нам музычку, чтобы мы ничего не могли сказать. Но мы все равно скажем. В принципе, завтрак неплохой. Ну, скажем так, простенький достаточно. Но сытный. В принципе, как всегда, наелись. Всего хватает, правильно? Идем просто паковать чемоданы. И уже будем, наверное, отчаливать. Вот такой у нас. А единственное, мы еще потом покажем, здесь на выезде такие танки стоят интересные. Танковая дивизия охраняет этот остров. Это я уже потом покажу на выезде. Ну что, будем прощаться с этой комнаткой, которая нас приютила на пару деньков. Кроватка очень мягкая, на ней спалось вообще хорошо. Мы выспались вот за две ночи, как никогда. Вот, напоследок посмотрим вид из окна в лес. Утром просыпаешься и не понимаешь, ночь или нет. Телевизор мы почти не смотрели, он и нафиг не нужен. Холодильник, кстати, удобный. Здесь морозильничка в люксах. В люксах там еще микроволновка есть. Здесь вот только чайничек. Ну так, необходимость. И печечка такая симпатичная, но она используется только осенью и зимой. Поэтому все. Пока комнатка.
спасибо этому дому, идем к другому. Светка, Светка, клюет, клюет, Светка! Светка, клюет, тяни! Тяни быстро, тяни! Давай! Утка, утка, давай! Дичь! Федя, дичь! Дичь не улетит, она жареная. Слушай, сколько их тут, глянь. Сорвалась, блин. Вот, вот такой карп сорвался, блин. Ой. Какая досада. Ну ничего. Ай-яй-яй, давай опять еще. Давай еще. Будем ловить. Давай, 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 давай. Опять сорвалась. О, блин. Да, чувак, лови сам, короче. Что-то у меня сегодня клёво нет. Все срывается. Он показывает, все хорошо. Все получится. И кто это тут такой залип? Что за красавец тут красуется, а? Повернись-ка ко мне передом, к лесу задом. Ой, какой, боже мой, боже мой. Сколько прелести, а, в одном флаконе. Красавец. Так как просится озвучка. Что-то есть у бегемота, что-то есть у бегемота, что-то есть у бегемота. Одни нервы, да? Вот он, белорусский зубр, да? Мухи не дают тебе жизни, боже мой, прям в глаза лезут засранцы, да? Если бы ты мог почистить себе глазки сам, правда? Ой, ты мой, белорусский символ, да? Мучаешься, мухи не дают тебе, да, спокойно жить. И хвостиком, как собачонок, хвостиком мах-мах. А? Веня его зовут. Веня, тебя Веня зовут. Здравствуй, Веня. Где моя нычка? Где моя нычка? Я спрятал баксы, забыл где. Где моя нычка? Где? Где, где, где? Где спрятал? Где? Тут, там? Нет. Не помню. Хрен его знает. Склероз. Таблеточки мне. Важный. Боже, сама элегантность. Как мы ходим от бедра. Ой, боже мой. Модель. Модель. И что ты там себе выщипываешь? Депиляцию делаешь. Депиляцию делаешь? Слушай, у него ноги и так лысые, там уже депилировать нечего. Он все выщипывает и выщипывает. Вот сколько мы за ним наблюдали, он все себе ноги щипал. И ноги лысые, как у модели, блин. Вкусно тебе. Что ты там клюешь? Слушай, у него окорочка вообще лысые, их уже жарить можно, посмотри. Там вообще ничего уже, живого места нет. Посмотри, как он заглядывает в твою камеру. Привет, африканский наш юный друг. Хорошо тебе зевается, да? Пока-пока. Круть-верть. Круть-верть. Ой, фу, тут так воняет. Фу. Это не я. Это точно не я. Это вот все они. Вон, пошел вонючка. Фу-фу-фу. Ну что, подведем какой-то небольшой итог? Да, поделимся впечатлениями своими. Как мы тут отдохнули. Мы здесь были две ночи. В принципе, наверное, маловато было. Хотя, ну, мы сюда так для пробы пера приехали. Ну, в принципе, понравилось. Ну, это такой не тусовочный, конечно, курорт, но спокойный, скажем, такой пенсионерски спокойный. Это для релакса. Ну, и можно сюда приезжать с семьями, у кого маленькие детки. Потому что с маленькими детками... Ну, вот как раз, да, для семьи это, наверное, самый идеальный вариант. Поэтому... Тут есть детская площадка для детей, пляжик такой песчаный, заход песчаный мелкий для деток. Питание тоже такое диетическое, столовое такое вот. Ну, с питанием тут все в порядке, оно действительно такое детсадовское, я бы сказал. Здесь не шведский стол, тут... Без излишних приправ, без ничего такого. Ну, разнообразие так себе, но, опять же, это просто наесться здоровой едой, полезной, так сказать. Без, но мне, без... честно говоря, не хватало драников. Я сюда не ехала, сезон для драников. Я все-таки думала, что драники – это белорусская все-таки. Сейчас более молодая картоха. Для драников это осень, поэтому довольствуйся тем, что есть. Не, нормально. И пляжики интересные. Они маленькие, но интересные. Разнообразие какое-то есть. Ну, конечно, на месяц сюда, наверное, скучновато будет, но на пару-тройку дней, ну, максимум на неделю, я думаю, да. Неделю будет скучновато. Вот по мне, три дня, три ночи, это вот само то, что есть походить по территории, большая территория, но когда целую неделю, то вот одно и то же уже неинтересно будет. Ну, и интересно, что есть где побродить. Зоопарк, да, для деток вообще ландшафт хорошо, какой-то, да, интересный. Мини-зоопарк.
Тут и павлин есть, и козочки, и кабанчики, волки. Да. Ну, тут живности хватает. Для мини-зоопарка даже да, более чем. Мини-зоопарк хорошо для деток. Тут есть где погулять. Тем более бар дает комплекс такой для животных. Морковочку, капусточку можно взять в баре. Наборчик такой. И пойти с детками покормить животных. Пляжик надо и этот посетить, и второй. Пляж с обрывистым берегом, он очень такой экзотичный. Такой, как скалистый, обрывистый такой смотрится. Интересно. Ну, хорошо, что там и песочек такой мягенький, и деткам побегать. Если бы туда песочек завезли, и можно было прямо вот на песке валяться, было бы, конечно, вообще огонь. Там просто такие проплешинки, конечно, там только на стеллажах этих полежишь. Песок такой всегда мокрый. Вот если бы туда пару КАМАЗов песочка, пляжик сделать, вообще бомба была. Пушечка. Ну, тут хорошо еще с компанией приезжать, чтобы вечером посидеть, шашлычки, музычку послушать. Можно со своим питанием, можно без. Но питание летом навязывают, чтобы столовка не пустовала. По поводу домика. В принципе, эконом неплохой. Пару дней переночевать, если чисто для ночлега, более чем. Уютные, удобные. Но если надолго, конечно, лучше какие-нибудь стандартные люксы, полулюксы. Там уже поприличнее. Сами апартаменты побольше, и там и телевизор уже здоровый такой висит, ЖКИшка, и микроволновка есть, тут можно залипнуть уже. И санузел. Санузел, там душевая кабина с этими. Душ такой, душ всякой, сбоку, справа, слева, там такой разнообразный душик интересный. Мы там... Ну и скажу, что вот мы в эконом были, там на 2 человека, потому что 2 кровати, шале тоже на 2 тоже человека. Тоже эконом, да. Но они удобно расположены прямо возле воды, так тоже своя изюминка как бы есть в этом. Есть тут банька, есть маленькая банька и большая банька, так что можете и в баню сходить. Сразу баня на берегу, можно сразу нырнуть в воду после парилочки. И есть беседка. Беседка вот есть и такой казанчик, в котором можно посидеть и повариться. Ну, за дополнительные деньги, конечно. Да, за дополнительную плату. Так что, в принципе, интересно. Задумка интересная, скажем так. По поводу домашних питомцев, с ними можно сюда приезжать, но только нельзя идти в зоопарк с ними, чтобы, ну, в общем, карантинный, так сказать, как это правильно назвать, в общем, чтобы собачка не заразила никакой чумкой там животных и т.д. и т.п. Собачку надо оставлять дома, но тоже аккуратно смотрите, если в номере оставляете, можно прийти, собачку не найти. Да, потому что был случай, что собачку пришли убирать номер, и собачка ушмыгнула и убежала. И вот моя жена, она ее случайно нашла на пляже обрывистом, как она туда вообще попала, непонятно. Ну вот нашли, принесли в администрацию и вернули. Собачка, маленькая Йорк. Ну что, последний раз искупались, с озером попрощались. И сейчас нас ждут еще пару интересных мест. Так что на этом буду заканчивать, чтобы сильно видео не затягивать. Всем пока, подписываемся на канал, жмем колокольчик, ставим лайк. Удачи, до следующего видео, пока.